Договор о дружбе и сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией будет расширен. Об этом договорились руководители двух республик. Вячеслав Битаров с дружественным визитом посетил Кабардино-Балкарию. С главой республики Казбеком Коковым обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя регионами, в том числе культурного взаимодействия, реализации совместных проектов в области экологии и туризма. Договор о дружбе и сотрудничестве между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией был заключен в 1995 году. Подписание нового документа в новом редакции запланировано во Владикавказе в рамках официального визита делегации Кабардино-Балкарской республики.